Эхо ушедшей войны. Во Львове во время строительных работ обнаружена авиационная бомба весом в четверть тонны. Фугас находился в земле еще со времен Великой Отечественной. Ситуация осложнилась тем, что опасную находку нельзя было вывести. Ее обнаружили практически в центре жилого квартала. Поэтому было принято решение взорвать бомбу на месте. При выполнении операции были предприняты повышенные меры безопасности. Местных жителей эвакуировали. На месте вырыли дополнительный котлован, а саму бомбу закрыли деревянными шпалами, которые и погасили взрывную волну.